Sonic. Стой, я тебе могу одолжить, разбойник. Давай, бегдем, где ты там, блядь? Не, рыба. Не хочу разбойника. Ты вот видишь, как люди готовы выручить. Рыба стоит. Бигдем, где? Он на говорил, что за едой это идет. На перефазе все звездочку же так же, да? Там ловить слизней. Ну да. На ком красный убегает, а зеленый делим. Сейчас, минуту, минута фаст. Жалко, что вы все задроты ПВЕшные, что из вас никто в ПВП не играет. Радник, у тебя две чарки на запах? Одна. Классовая, да? Да, одна класс. А то мне показывают еще двойную атаку. Это херня. Так. А что там у тебя классовая? Только вид дал, что такая, быстренько салатик сейчас сюда делаю, прям буквально полминутки, полминутку. А, ну и чё, как ты заметил что-нибудь? Не, ничего не заметил. Я тоже что-то, блядь, кручу, нихуя не заметил. Ну то правосудие нужно. Да, я тоже так подумал. Она раньше другая чарка была, она эти набирала, короче, стаки, и на каждом стаке 7% урона. Но там время кончалось, не обновлялось. И оно маленькое там было, что-то секунд 13, что ли. А тут сейчас 28 секунд, ну. Но... Да, весело, конечно, блядь. Что, все здесь? Или что? Салатики делают. Ебало этого босса без друида, блядь. Где синтек, нахуй? Вообще онлайн? Напишите кто-то синтек в Одиссе, может он пойдет. Да, он убежал. Могу зайти третьим хилом за 4-9 рестора. А синтек был в этой, в Гере? Ну, в Хэйме в целка не был? Был, он ушел. Ну, не, я там на рестор. А, кстати, а кому отлетают осколки с ХМа? Гражданку. Не. А вы там не делите их там между... Ну, у него 10 осколков, у Рарника 40. Вот и разница. Тут осколки есть? Не знал. Да не в десятке, блядь, 25. Ну, почти собрали. Ой, блядь. Я долго сидеть не смогу, нахуй. Я 2 часа их узнали, и все, нахуй. Чиньте, нахуй. Если профа сейчас не получится ебануть, я ебал. Эту хуйню, блядь. Я до 3 часов ночи не хочу сидеть, нахуй. Давайте, блядь. 2 часика, нахуй, поднапрягемся, блядь. Потом я ебал дальше сидеть. Надо синтека сюда запрягать, я сразу говорил, блядь. Не постакать рагу нихуя. Равис, ты там сделал эту хуйню? Спек свой. Да. Уже давно. Бать, у тебя пиздец помехи нахуй. Взрывы какие-то, блядь. Со своего играет сразу там. Носок куда-то убежал, блядь. Чилит. Прибежал. Ну давай, а кто это надо, чтобы офнулся? Кто? Давай. Значит, офаться будет история. Угу. Ставьте шкаф, ставь сбоку портал, только во время боя на него не тык, где 2 носка портал до ран ставь. Значит, история офа, если скажешь, как офнешься, мы сегодня пока не принимай суммон. Попробуем, работает, нет. Все-таки лучше с рагой начинать. Все равно не в Долоране. Блять, да. Принимай, ревист.
Значит, талант должен быть ободрение. Нафига ты в Долоране? Сейчас. Вот ободрение. Омоложение, буйный рост на меня покидаешь. Да, засумуните. Сейчас это поставлю рыбу. Сядьте, жрите там. И если это кончится, свою жрите там. Чем-нибудь какую-нибудь еду. И бидон просто хиль потихоньку. Сильно ману не тратьте. Так, я тут в сторонке стою, хотаешь. Да не сумайте меня. Хотай. Хильте хорошенько. А, вон ровист хили, остальные там чильте на слабоне. Пускай они ману не тратят. Еще перед тем, как Долрану идти, Иннер дашь там по кому-нибудь, он по бидону там. Ну, кто из них просядет, хуй знает. Так, 16 пока что. Давай 30-ку накопим хотя бы. Есть на профи... Портал. Иди портал ставь заново. Да нет, 40, давай на один, на одну. Давай, нет, давай, 40. Один плевок. Портал заново ставь, ему, чтобы протянуться. Вон, носок, где ты? Я пока ливную спать, квесты сделаю. Не надо, никакие квесты. Ты ебанулся, мы тебя бить, блядь, сумонить. Меня? Принимай пати. Сейчас он портанется, мы тебя сумунем. Боя нету. Братан. А, вы просто его, я понял. Грагу копим на кукле. Я думал, он именно на бой пойдет. Все, иди. Портуйся, ровист. Все, смотри. История. Топа, топа, сюда. История, топа, а не топ. История. Ебать. Я думал, он прям на бой. Давай, работаем. Ровист нам... Прилетел? Нет, не, при... ну, не прилетел. Не... Ну еще раз сумоньте, нахуй. Ну, значит, сейчас релогаться будешь. Давай, блядь, еще раз. Ну типа пришел сум, но я не тэпнулся. Релогайся. Ебать, спать я ливнул, наверное, из-за этого, блядь. Или много сумонов кинулись. Шкаф исчезнет, поставишь. Релог... Как релогнешь, скажешь, там Долоране быстро должно быть. Тебе надо было не уходить, просто тебе надо было в инсте остаться. Надо было просто сумоньте, сумоньте. Сумоньте. Сумонился. Все, тут. Все, блядь. Давай Биг Дэм отчет. И так каждый раз делать? Ой, блядь, 10. Ну что ты на 5 не мог написать? Хил, хил. А у меня нету на 5. Да, попробуем каждый раз. Готовьтесь. Все, хуярим. После зеленого старайтесь босса перевести. Мистери, не забывай этот косноязычие на всех слизней. Лужи вышли. Двойная, еще осторожно. Какая же большая модель кубоса? Зеленого. Зеленого зергайте. Вот, не зыбка, а нормально. Ну, теперь мне потеть надо. Все, переводите босса. 1%. Все, 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 переводите быстрее. Все нормально, у меня положим. Где стоим? Зеленого. Похуй. Зеленая. Вот здесь стоим, здесь, здесь, здесь. Все, 2%. Зеленого ебаш? Да, зеленого full DPS. Блять, главное сейчас не сдохните. И в красного будет второй плевок. Зеленого в первую очередь убейте. Быстрее, быстрее. На красном скоро закончится эта хуйня. Не сдохните. И куклу подхиливайте. Кто там хилы? Сейчас красный будет перекаст кастовать. Второй плевок дал в красного. Красного добей. Пельмень. Пельмень не озвучивайте нахуй. Сами от него отбегайте, блядь. Не занимайтесь залупой никакой. Все, дальше играем, все, дальше мы должны вывести. Но у меня нету раги и лужи тоже нету, блядь. Красный будет. Ну и кобла. Типа не кобла. А, не кошем скибиться, кстати. Я чилю. Красный выходит. Красного, блядь. Не сдохните, блядь, я, наверное, не сдохну. И меня хиль. Я кукла сдохнет, мы все вайпанемся, блядь. И куклу захильте, хилы, блядь. Значит, обманивай, наверное, хуёво. Лужа, выходите.
Так, зеленый. Я ушел в звездочку, я ушел. Так, а зеленый. Я тоже, наверное, могу отойти. Хотя... Зеленый. Лужи прям вас летят с них, выйдите. Так, сейчас будет красный. Главное, процентовку босса не проебать. Саня, скажи что-нибудь, шипи. А у меня что, не по кнопке ставить? Ты шипишь, блядь. Красного бейте. Красный. Пельмени летят сюда. Так, слушай, ходите. Так, пойдет. Еще зеленого будем бивать, сейчас посмотрим. Еще надо грамотно, главное, стоп. Так, раги уже получше стало. Зеленый, готовьтесь. Я могу с зеленым стоять рядом. Вилаш, если есть незыбка. Смотри сейчас, чтобы пацаны и милики не сдохли. Давай не забывай. Ага, там как раз в них лужа полетела, сука. Живите, главное. Где у нас только стоит? Так, 40% будем стопать, будем еще красного бить. На 39 стопайте. 39. Готовьтесь стопнуть, еще красного убьем. 38, Биг Дэм, там потихоньку по процентам переводи. Ага. Так, красный. После красного будем босса переводить быстро. Готовимся. Вот красного зергайте, убивайте. Быстро. Так, лужа, отходи сейчас, луж. Лужа прям вас летит. Выходите, луж. Все, убивайте красного. И на переходке самое главное. Ты лужу выпей. Пельмени летят, смотрите там. Да, выживите. Так, на переходке Биг Дэм. Переводите быстрее. Переводите, ага. Да-да, вы успеете. Биг Дэм и Даша на хп первый гимн на свое усмотрение. Я только что давал, но умираю. А навен не сдохни. У меня нет гимна на хп. Все, рага есть, все нормально. Вместе собрались деньги. Ближе к столу отойдите. Геру, давайте. Фулл ДПС этих слизней надо убить. Быстрее зеленого сначала. ПС захильте. Зеленого сначала. И потом красного бьем. А лужи нету у меня. На красного второго замедления не будет. Зергайте красного быстрее. Сейчас он будет выбирать цель. 600 тысяч урона. Надо будет бежать от него. Вот он сейчас выбирает цель. И он будет бежать быстро. Быстрее. Беги. Что-нибудь делай. Быстрее, постарайтесь убить. Вот, отлично. Диспел куклу. Будьте быстрее диспел с меня. И Влаша первый до 4 стаков. Там посмотрим. Все, хуй. Лужи кинул. Все. Играем нормально. Должны убить. Давай оттуда. К нам передвигайтесь. РДДшники там бьете. Колба проводи. Песа, уйди оттуда. Все, да, мы убьем, я думаю. Все, вот здесь стоим. Нормально. Все, главное пельмени словить. Так, что там? 3 стака уже, пиздец. Пельмени летят в РДД, смотри, походу. И обратно туда бегим. На 5-м стаке заберу, наверное. Надо побольше. Закроют времени. Закроют лужи здесь. Угу. Готовимся выходить. 5-й стак забрал. Все, я танчу. Думаю, добьем 3 ляма со мной. До 5-го стака. У тебя СС. Колбы провожу. СС мне не нужен, блядь. СС босс отхилится сразу, мы выпанемся. Мили зону. Все, бейте 2 ляма, я думаю, добьете. В конце незыбку дам. Хильте хорошенько. Лям. Лужи отходим. РДД отходим. Так, сколько там? 3 стака нормально. На 5-м дам незыбку. Ну, в принципе, уже даю незыбку. Все, добивайте. 400 тысяч. Это только Равист зарешал. Ну да, считаю. Только Равист и выиграл этот бой. Все, я сейчас могу нормально поесть, пока вы там дальше идете, это расчистите. Надо, нет, там что там дагер, разбойник. Давай я плечи возьму. Трансмут свечу. Да, вот чтобы вы понимали, в гере оно всегда надо, и классы нужны, блядь, и все по бафам, и все, блядь,
филигранно, блядь. Ну, сыграли, но нормально, молодцы. Лана не очень надо. Сложная, вот а на Синдре надо очень внимательно. Там, скорее всего, третий хил надо будет на Синдре, я думаю. Вообще первая ЦВК Гер. То есть там, блядь. Да, смотри, для ДД особо нету разницы. Ты бьешь и бьешь, от пельменей отходишь и отходишь, как бы. Так оно в целом, блядь, видишь, все по чуть-чуть складывается и выходит то, что видишь, друиды. А что, хоть кто-нибудь пельмень-то поймал, нет? Че поймал? Да, поймал. Да-да-да. Я пидор. А ты этот, слакер, а не пидор. Да нихуя. У меня, блядь, блинк был в КД, нахуй. Из вариантов там было. Я на ШП, у которого нет ни одного блинка. Не поймал ни одного пельменя. Саня, блядь, медаль, нахуй. Я красавчик, правильно? Срочно. А ты слакер. Войт, Войт, дай ему медаль, блядь. Кому? Деревянный сейчас. На шапан, на котором я всего 3 недели играл. У меня 2 часа, короче, там напоминаю, блядь, сейчас Лану ебаню на Синдре, блядь, не тупите. Но я думаю, 3 хила надо точно, потому что Донечек не супер скиллованный. Вот. Если на них двоих будет освобожденка, надо, чтобы кто-то хилил. Думаю, это бигдем будет. У тебя как там пристать от ДЦшника? У меня даже сокетов нету в штанах. Ну хуево, нахуй, надо это исправлять. Не, ну я похилю, там только в штанах нет. Ну там ЛКшные камни, там всякое. Да. Ну, сильный ДЦ-300. Я в этом спекулюсь. На мне этот самый стан, нахуй, так что смотрите, не сдохните. А там и ваша есть. Тактика стаунтил. О, бля, тебе без этого. Ебаный, чё он, блядь, прыгает, как тварь? Вы подойдите ближе к вам, вообще-то, встаньте. То, блядь, будет чаржа сейчас, блядь. Лейтенанта забрал. Лейтенант был командиром, конечно, да ладно. Здесь тоже может рехила или нет? Че посмотрим. Вполне может быть. Оно вон на хэпала может зайти. Только вместо кого выкидывать. Не лишнего вокруг. Ну, я могу выйти, если нужен хэпал. Сейчас нужно на лану. Сейчас посмотрим, как вдвоем они ебанут. У нас там сейвы все есть. Сейчас грамотно просто это все сделать. Ренжу вы, я думаю, наберете спокойно. Потому что нас 10 всего, человек не 25. Я попробуем 2. Главное, я думаю, должны ебануть. Плюс, ну, блядь, присты нахуй. Это. Надеюсь, вы умеете играть, щитки вешать на себя, когда ДЦшника не трени. Если вы этого не будете делать, блядь. Щитки вешать на себя. Не только на себя, еще и на других людей, кто просаживается. У него КД, он был КД. КД 4 секунды. Если у вас такой. Да хоть сколько КД, на просевшую цель должен кинуться щиток. Это как флешка от ретрика. Если вы этого вообще не будете делать, это получается вы, ну, просто бесполезный балласт. Двум хилам будет тяжело на взлетке захиливать. Абсорбу 2000 урона. У меня я не хочу. Да какой 2000? Во-первых, 5000. Годенько. Никакие не 2000, там нормально он абсорбит. Давай, Рома, если выпал, бы он 2000, да? Абсорбил, я был бы в курсе. Я бы не кидал на своем ШП этот щиток. Того же бидона военновена в историю в 2 носка можно на взлетке кинуть. На взлетке будет тяжело. Там он боешка. Ну и похуй. Я равный, куда лупер забери. Так. Я просто меня нет рядом. Хилы, короче. На взлетке. Айновен твоя звезда. Место твое, где ты стоишь. А бидон твой кружок.
Это вы на бидон с пула на взлетке будешь стоять, близко сейчас не подходите. А наверное можешь у босса стоять, резать ману автоатакой. Потом на взлетке в кружок. Значит, присты оба на себя. Так, что у нас там? Короче, бидон тотем трепета выставляешь, чтобы ты его поставил. Тотем трепета на взлетке. Только поменять, наверное, к танкам. Не надо его к танкам. Танки не сдохнут. Либо к хилам. Это самое. Вот он в пати с хилами. Наверное, этот. Вот, кстати, давай пристов мы свичнем. Приста с локом свичнем на этот трай. И приста, наверное, с историей. Он более уязвим. Вот так вот. Будет тотем трепета действовать на вторую пати. Вот, так как присты на себя перед пулом антифир. И кидайте точечно диспел. Не масс диспел, а точечно, сука. Поставьте себе все, блять, это, чтобы вы это смогли сделать. На того человека, кто выносит тени перед фиром. То есть он выносит тени, дается фир. И он в этих тенях должен моментально получить диспел. Либо от пэса, либо от бигдепа. Вот. Теперь по сейвам. Фирварды еще. Фирварды, они дают на себя, чтобы дать точно диспел. Мужики, 2 минуты. Давай я на Лену там фервар, там он просто дать диспел, все. 2 минуты, вот прям все, и больше не ФК, 2 минуты. Давай, давай, да. Это самое, по этим, по сейвам, Вилаша, на первую взлетку даешь, незыбку. Песа придет, он будет на первой взлетке гимн на ХП давать, а Биг Дэм ты на второй взлетке будешь давать на ХП. И я буду давать незыбку, и наверное на второй взлетке еще будешь добавлять этот, скажи мне, блять, и мастер аур, и массакру будешь добавлять. А рарник на первой взлетке еще мастер аур. Поставь, чтобы сейчас было темное. Да, ты на первой. Потом отдашь мне. Потом отдашь, да. А он на второй даст. И эту хуйню. Но главное у нас... Короче, с пула не бейте, хуетой не занимайтесь. Словит укус Биг Дэм. Ты тут, Биг Дэм? Да. Ты укус словишь, ты бьешь, остальные нет. Никто не бьет. Ни рарники, ни истории. Ну, история, это на войда можешь кинуть на пол. Это, и потом стоп, не дамаг. Этот. Пусть Биг Дэм словит первый укус. Укусишь Песа, значит, укусишь. И потом уже дальше это самое. Смотри, ну ты там два носка, допустим, а Песа этого лока укусишь. А ты полторы минуты же. Подойми, жди. Я думаю, всего будет 2, по-моему, или 3 укуса. Смотрите, на взлетке самое главное. Биг Дэм, ты щитуй 2 носка, чтобы не сдох. Песа, ты тут уже подошел? Ладно, похуй. Это рарник, тоже на взлетке стоишь, там, ну, от прока будет флешка, у тебя моментально в кого-нибудь засади, там, кого по ХП просядет. И можешь еще, в принципе, покастовать, пока босс вверху висит, покастовать вспышку света в кого-то. Ну, это преимущественно, давай покастуй в этого. А, знаешь, что еще сделай, рарник? Ты дай каплю по бидону с этой хуйней. Вот как мастера даже каплю по бидону, чтобы на вихре его поменьше дамага было. Ты пожирнее, он хил, его нельзя потерять. Так... Ну и смотри, два носка, смотри, если сильно просядешь, просто глыбы ебани без всяких вопросов. Присты не должны сдохнуть, там тучка ДК не сдохнут, история. Вот. История. Если два носка дашь, там щиток, потом откадешься через 4 секунды по истории еще дашь. Бля, навен бидон там. И самое главное, не занимайте позиции, вот эти кружок и звезда. Это там стоит Айновен и бидон. Не нарушайте с ними рейдж. ПС я подошел. Самое главное пережить вихрь, все остальное залупа. Сейчас синтра уже саппорт можно убить. Блять, я надеюсь, развала не будет никакого, что вот Гримзол один ливнул. Мы скиллили его. Не с рейда. Насчет гильдии не знаю. Он вроде офнулся только. Да вроде не ливал. Не видать. Неприятная ситуация. Да, неприятный человек. Но ситуация, типа, ну, просто такие поры из-за какой-то, блядь. Просто из-за шмотка. Да он не знал просто. Он не знал, да. Так что надо будет еще раз нормально пообщаться. Бидон, этот Песа, значит, смотри, похуй где встать, но на взлетке не занимай ближе 8 метров звезду и кружок. То есть слева, справа, сзади,
Вот это самое. Значит, Песа, ты на первой взлетке вместе с Эвилашиным Т4 даешь гимна ХП. Вот как она начнет кастовать кровавые вихры, ты даешь гимна ХП. Вот, и все, дальше бей. Биг Дэм первый укус получит. Ты с пула не бей, Песа, не бей, вообще не бей. Биг Дэм получит укус первый и укусит тебя потом. Все, теперь чек на пул. Антифир перед пулом. Вот сейчас на себя кидай. И когда на фире люди зафиряются, у них там у второй пати стоит тотем трепета, понесет там, допустим, этот рарник, допустим, лужу носить, дадете по нему диспел, захил по нему дадете. История понесет, дадите диспел. Все, все готовы, дает счет. Сейчас никто, кроме Сани, не бьет, что ли? Да, никто не бьет, кроме Биг Дэма. Поехали. Мне не надо, себя кидай. Я уже закинул. Не тыкай ничего, Вилаша. Ты второй по агро, это вообще нельзя было делать. То есть он сейчас тебя не догонит никак, сейчас укус получишь. А, нет, все, третий. Хотел, кстати, сделать как-то, все нормально. Разбежаться? Случайно сбегайтесь, не ебланьте там нахуй. Иначе я пойду спать, блядь. Когда было агро набирал. Все нормально. Все, бьем или что? Бьем, конечно, да, бьем, но укус на Биг Дэме. Вы что, блядь, сука, не видите нихуя совсем? Качайте в удусе, сука, чтоб все видели, блядь. Как слепые котята играете. Случайно резче сбегайте, стены выносим быстро. Вот с этой хуйни сбежались. Три человека, блядь. Тени 2 секунды. Так, Бидон молодец. Хорошенько подхилим. Пару щитков кинь, пока Бидон выносит. Сбежали лучи быстрее. Тени 3 секунды. Так, история кош. Короче, 2 на ска, проскакал, укус, укусил 2 на ска. Хорошо. 2 на ска, укусишь, пас. Нет. Главное, хилов не кусайте, нахуй. Сносите лучи. Следующий фир, вот эти следующие тени, на фул рейд быстрее поднимаем, готовимся. Щитки давайте, шипешники. И перед, и во время, этот, сейчас будет фир 3 секунды, и тени секунда. Значит, готовимся. Этого человека надо сдиспелить. Понес лок. Его сдиспелить, захилить. Эвилаша, готовься, не зыбку, готовься. Захилить на ХП. Да ебаный, ну говорю же, сдиспелить нахуй. Песа гим на ХП нахуй. Ебаный рот нахуй. Ни Песа, ага, ни Биг Дэм не сдиспелили, да? Спасибо, блять. Я понял, мы с диспелем кидал вот на чувака. Я сказал точечно нахуй. Ладно. Потом как-нибудь научитесь. Давайте выравниваемся, играем дальше. Захиливаем. Сейчас надо будет кусать. Я ПСО кушу. Бля, что за хуйня? Это лужа называется. Кто заходим, насрал? Да я бабл жму, он не жмется, сука. Бичи, блядь. Пизда просто, нету слов нахуй. Рассеивание ПСО, Биг Дэм. Вот ты дал масс диспел по Биг Дэму. Ёбаный в рот, этот, сука, просто не находится на вас слов, нахуй. Вот вы понимаете, вот вы пришли, вы хотите посохи, ну, в частности, два носка хочет, но он, блядь, все, что в его силах делает. Надо будет проклятие диспелить, но диспелит, нахуй. Но, сука, вы сюда пришли, блядь. Где диспел по локу, сука? Точечный, рассеивание. Я же сказал, я, блядь, ферварта дам палу, блядь, чтобы пал диспелил. Я дал палу фервард, блядь, на пале был. Просто тело слева. Я в фире бежал, блядь. Я еще раз объясню. Вот эту. Прекращайте вот эту хуйню бубнить. Вот слушайте, я, блядь, вам объясняю. Я вас прошу определенную вещь сделать. Вы, блядь, сделайте, как вас просят, блядь. И начнет все сразу убиваться, блядь. Еще раз. Слушайте внимательно. Фир, антифир. На себя, блядь. Перед пулом кидаем. Что непонятного может быть? На второй пати, на всей, стоит тотем трепета. На 5 людях, нахуй. Лок бежит
Или тотем трепет, у него 30 метров рейндж. Если он понес эту хуйню, значит тотем, сука, до него не достал, нахуй. Поэтому вы должны быть оба с антифиром, то есть не зафиренные. По вам не придет фир, блядь. И вы должны посмотреть на Лока. Ага, он такой бежит, блядь, с тенями, нахуй, выносит. И босс фиряет. Он всех фиряет, кроме вас. У тотема срабатывание там раз в 3 секунды или раз в 2 секунды. Вы по нему должны додать точечный диспел, блядь. Не массовый, вот эту залупу, которую надо кастовать 1.5 секунды, а точечный. Аддон должен быть у вас стоять. Фрейм рейды, блядь. Вы должны любым способом тыкнуть на Лока, нажать на него рассеивание заклинаний. Точечное. Выставьте его себе на ебучую панель, на единичку, блядь. И сделайте эту хуйню. Когда вы... У меня все заебись в этом плане. Искал рассеять. Я понял. Надо... Я сказал уже, что я не диспелил. Что ты сейчас, ну, я не понял, что ты сейчас... Все, я еще раз... Я кинул, блядь, фирвард на холли пала. Все, блядь, типа у меня не было фирварда. Блядь, что вы до меня доебали? Фирвард, диспелил, блядь, фирвард на себя кинул. Фирвард на себя, это раз. На холли пала не надо, потому что там тотем трепета стоит. Вот это вот хуйня там про диспел, про всю хуйню. Все у меня стоит на панели, блядь. Просто я тебе говорю, я кинул фирвард на холли пала. Стоит, стоит, ладно, это уже просто довеска идет вся эта хуйня. Просто, блядь... Сдиспелить надо Лока. Сразу. Никто не сдиспелил. Да без разницы, блядь, там кто будет. Вот, вот честно, вот как я подумал, что, блядь, ну типа... Я бабл прожму. Вот типа побегу. Бабл нахуй там взять и сдиспелить. Но я думал, блядь, если какая-то прям супер хуйня, её только... Песа, масса, еще блядь. Раз, еще раз, Песа. Не массовым, а точечно. Да, точечно. И по тому человеку, который бежит с тенями, Песа. Братан. Даже монобёрн стоит на, это, на капслоке. Братан. Надо мону подсосать, подсосу. Я понял, ты точечно, у тебя рассеивание заклинаний стоит, как у Биг Дэма? Да, конечно, блядь. Вот, и сдай его на Лока. Самое главное, выбери Лока. Если сейчас так же на Лока будет, по нему дать надо диспел. Если кому-то надо отсосать, я тоже отсосу, если что. Не, я, блядь, не по таким делам. Берите камни на взлетке, пожрете. Лок, бежишь, еще такая ситуация будет. Лок, бежишь, дай по себе эту залупу, нахуй, как она называется? Поглощение теней хотя бы. В следующий раз, когда побежишь. Че? Разрежу обстановку. Я ему дал эту сокру, но все равно. Разряжаю обстановку, разряжаю обстановку. Сумоньте, пожалуйста. Сумоньте, пожалуйста. Вальку пройти не могу. Сумоньте. Щиток по нему шпшники дайте. Не постремайтесь дать. Это по сейвой, блять. По человеку, который бежит. Сразу вы там здесь полетите через секунду. Все равно дамаг от луж вот этих получит, которые он бежит выносить. Одно тело вздыхает, все идет по пизде. Еще и лужа, блядь, под боссом. На комната была. На мгновение. Тут, смотри. У меня, блядь, баблс. Я решил скинуть. Баблы жмал, не жмет. Сука, тварь, блядь. Может, КД было из-за крыльев, из-за чего? Не-не-не, у меня все отлично было. Не жался. Либо клавиши залиты, хуй знает. Вот. Сейчас вот затестил, все отлично работает. Давайте, принимайте. Антифир сейчас на себя. За 5 секунд до пула. Вот сейчас... Биг Дэм готов, Вилаш. Вилаш, не тыкай ЛПшки, просто автоатакой беги. Я гру наберу. Втроем идут, они втроем. Вилаш, а ты где? Заебался слушать нас. Да. Да идите мне на... Он втнулся. Уж вылетел. Блять, заебал ты сушлятинка меня. А я поел. Заебись. А чай еще налить. Заебись, блядь. Я еще 1.5 часика и все. Спать захочу. Бля, есть захотел. Нахуй вы идите в рейде, блядь. В натуре, блядь. Не стань сюда. Пиздец. Перед сном сам то. Блядь, что картошку сейчас надо будет варить там. Ну ебаный сыр, нахуй все напомнили это, блядь. Меня брат пожарил картошку. Не, просто как показывает практика, блядь, этот, какая-то мощная хуйня рассеивается только масфиром. Я, блядь, масфиры, ну, на автомате начал хуярить. Ну, потому что мощная хуйня на человеке. Да хуйня там. Песа, ты мощный.
Вот там Иглаша зашел, что мне не говорите? Читаю. Иглаша зашел. Так я уже вижу, блядь, сам, нахуй. Иглаша, ты тут? Все, даю отчет. На себя антифир кидайте? Кидайте антифиры, два на себя. Он уже висит. Не тыкай ЛПшки, Иглаша. Не бейте, не бейте. Только Биг Дэм бьет. Сейчас до укуса 5 секунд, сейчас он словит его и все. А, он второй. Айнавен сейчас укусит. Не-не-не-не-не, он второй получит. Все нормально. Все, бейте. Только на фул хп старайтесь держать. Рейд очень просевший. Я понял, блять. Быстренько. Тотем ставь. Биг Дэм гем на ману. Блять. Ну да, вот так вот. Это, блять, игра наша потока, блять. Остакаешь. Хули он сдох, блять, стал, он хоть и фулмана резнулся. Это неизвестно, что в конце будет. Ну да, сбегайте в центр, я стою. Хуёво по хилу что-то, блять. Пистоль. Просто я иду тебя кусать, меня только захилит. Быстрее, быстрее сбегайтесь. Блять, до носка. Щит маны не жалей прямо, давай. Проседайте, пиздец. Вот эти тени сейчас будут с фиром, внимание, его надо сдиспелить, человека, который побежит сейчас тени выносить. Бидон. Бидон. Он мгновенно прям его сдиспелит. Я сдиспелю. Маны у него уже нету, нахуй. Бидон, блять, ну здесь... Не знаю, нахуй, я сдиспелил. Ложитесь, в три хила сейчас пойдем. По-другому тут не пройти, блять. Ложитесь. Блять, Биг Дэм, ну нету выхода, нахуй. Хочешь проходить в три хила надо. Нету выхода никакого, блять. Потому что слишком много дамага идет. По пол хп стоите, а Айнавен с бидоном не справляются. Какие бы они хорошие не были, дамага здесь больше. И синдром в 3. Я посчитаю, без проблем. Да не то, что просто посчитаешь, ты еще и молитву сцены не покидаешь, еще и, блять. Ну понятно, я там. И исповедь. Там, а Т4 там есть еще на хиле? Два там. Ну хотя бы. Поебень ебаная, блядь. Пока я поебень целый день. Бидон, ну ты сдох, ману проебал. Бафы по тебе дали хоть? Ману проебал. И все, и по пизде пошло. У нас еще друида в рейде нету. Бидон. Можете рависта добрать в рейд. Вместо тебя? Ну да, мне 20 минут осталось. Я сейчас до босса добегу, шкаф там поставлю. Равист, ты тут? Да. Так, давай еще знаешь что. Давай все-таки Биг Дэм больше даст. Наверное, я зайду на друида. А Вилаша с Рарником будет танчить. Все, что делать, вы знаете. На первой взлетке будет Рарник давать массакру. Айнавен мастераур на первой дашь. И ПСА на ХП. А на второй взлетке и Вилаша сакру. И Биг Дэм на ХП. И Айнавен сакру. Вот я пойду на друида, зайду по хилю третьим хилом. Чтобы Биг Дэм подамажил. У него хил не очень. Нердру получше будет. Плюс иннер еще будет второй. И БР.
Так, сейчас я протянусь. А там дальше глянем. Инервейр — это хорошие вещи. Никогда лишнего не бывает. Эрдру там же придется пить. Че Эрдру? Эрдру так же бить. Да конечно. Все там, блядь, в три хила. Так скажите, когда шкаф поставить, я это ТПшнусь. Там в два не занести, блядь, никак. Вы добежали, там шкаф поставили? Да, все, сейчас ставлю. Сейчас ТПшнусь. Так что, блядь, видишь, когда доходит до дела, блядь, где надо геру какую-то проносить, постоянно нахилить, танчить нахуй. Мажить тоже, конечно, знаете. Ну, тут ничего не поделать. А, типа. Все, удачи вам. Давай. Давай. Все, лока нету, нахуй. Только два БР у нас. Вся надежда, блядь. Один вставалка. Ну, сдыхать нельзя. А у вас еще минус один слот? Не знаю. Где там Биг Дэм? Давайте пати. Все, заходите. Сумой. Завис, заходи. Ну, заходить. Блин, ну, там, подошел, ничего не слышал. Так, для справки, там еще сапруты надо на лану, на синдру, на лича. Сапруты пить. Касается хилов. Кого там еще? Два носка тоже мой саппорт. Так, рыба. Кик не ДКшника, мы его и да, ассиста на друида. Смотри, что за дамага до хера парей, да? У них саппортов нет, ни хера. Да, нахуй, ну чё вы думаете, блядь? А я, блядь. Хуй когда убьете, нахуй, дамаг-то. Ну, саппорт, считай, пьешь, это реально минус 15% дамага где-то. Думаете, что это, шуточки, что ли? Это не полпроцента, это 15, это дохуя. Хилу это очень важно. Так, теперь попать, что там? Мне надо... мне тоже надо этот антифир, и кто же будет у нас... Эх, историю почилить в первую, правильно? Так получше будет. Если не ошибаюсь, по статье от обычки почти не отличается. Так, сейчас я масло намажу. Только эти три этих связи все. Какой тебе бидон надо? Что тебе надо? Какую бутылочку? Так, пацаны, моя метка на взлетке. Ваша также. Ну, у меня один. Также звезда кружок. Моя метка на взлетке ромбик будет. Ой, да. Все, Вилаша рарник танчит. Также Биг Дэм словит дамаг. Там Биг Дэм отпивай, Симану. А есть же, сука, у нас. Давайте пристабав и всю эту хуйню. А может кто маслицем поделиться? Чем? Маслом кастерским. Кидай обмен. А кому? Два масла. Дай тебе дону сапрот. Войду обмен. Вот он без сапрота пошел. Бидон, войду обмен. Покупайте там сами сапроты по чуть-чуть, хотя бы по 5 штучек, блядь. Чтобы не всегда да, так было. Берем всегда. Берем всегда. А то мы на десятки будем спускать сапроты, блядь. За моду возьмем сейчас. Это жадно. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Это было неразумное решение. Нужно подойти поближе. Заклинание еще не готово. Все, бьем. Надо подождать.
новости, да. Просто ты где? Я тебя нашел. Беги, малышка, беги! Следующий день, и вы знаете, что сделать. Надо здесь полить. На два носке. Два носка, потому что там что-то было. Я диспойлю, диспойлю. Просто гимн на ФП не забудь сейчас, когда... Кастуй гимн на ФП. Не подбегай, блядь, ровно другим два носка. Все, отлично. Если надо будет сейчас кусать через 13 секунд. Выбери два носка в таргет. Уже выбери два носка в таргет и жди, пока укусит. Итак, я укушу историю. Все, может, Геру, наверное, да? Давайте. Гере 2 минуты длится укус? Нифига себе. Да. Да. Десятки. Полторы. А, полторы. А в 25-ке сколько? Минута. Ебать. В ДПС? Чего там не ДПС? Так. Кого мне кусать? Так, я укушу Рависта. Не, давай историю, укусишь Рависта, я укушу Эйнавена, а остальные выберите себе там кого. Я Вайда туда. Рарник не укушенный. Вот пасть Рарника. Давайте я Рарник укушу, потому что я под Рарником стою. Хорошо, Рависта туда укусит кто? Пасть Рависта. Бидон. И Рависта кусай. Бидон, ставь тотем, пасть Гимноману, пока взлет. Ты Рависта, я Вайда. С максимум захитимся. Кусайте. Так, я и на войну выпущу. Да сукин сын, нахуй. Давай, Биг Дэм, готовься на ХП. Вилаша. Кастую. Да, должны добить 2 ляма без него. Может, ПР? Не-не-не, добьем 2 ляма. Чиль. Лучи и тень вынести, и все. Лям. Бегите из папки. Все. Ну, третий хил тут стопудово надо. Ну-ка, что там по ХПСу? Я первый по ХПСу. Хорош. Спиздил ваш ХПС весь. Для чего тут саранит? Саранит тут падает, ну вообще. Пошли, Ситро. Второй кинжал тут, да? Да, только зачем? Можно кому-то этот знак? Ну я один два носка отдал, второй тебе. Может, Вилаша нужен, да? Может, кому-то нужен. Мне он абсолютно не нужен, я его продам просто. У меня 6 их, блять, уже. Сейчас.
Вот так вот, сила ядру Бичевского. Вот тебе нужен этот знак зачем-то? Не, не забей. У меня их, блядь, 10 штук нахуй в банке лежит. Я еще в Tomorrow Sunday позабирал собычек, так и лежат в банке, нахуй, хуй знает зачем. Ой, здесь трэша нет. Ну, там перед Синдро еще есть. На Синдре тоже все просто. Такая же тактика, так же все в одну эту меточку ставите. Только единственное, что самое главное, не забывайте. За каждый склепом скидывайте, и все, и тогда мы убьем босса. Ну и хилам там напряг самый большой, это танка не проебать. Вот, это слушай, прям... там же АУЕ шит еще этот, когда скидываешь таки. Ну вот поэтому нельзя как набирать. Только вы получили освобожденку, вы можете сделать максимум один вак оставься. То есть больше трех таков набирать нельзя. А в идеале есть... вообще получил и просто встал АПК. В идеале ноль стаков, а прощается один стак. Не два, не три. Два-три это уже залупа, это вы дрочите уже. Один это еще... про освобожденку, а которая вот первой кидается стаки, вот эти. Они же АУЕ шит там, их выносить надо. Какие уешь? Ничего там нет. Ну, которая на первой освобожденка, фазе. Освобожденка, она и на первой, и на второй. И она и там уешит. Если ты шипешник, то ты берешь и можешь в сторонку отойти, хлопнуть 10 там стаков. Но в рейде да, их нельзя не хлопнуть. Буду такой хуйней заниматься. Вот, можешь не заниматься, и без этого закроется. Я видел просто, как такой хуйня шипешник занимается, блядь. Ну это и, чревато, блядь, это надо очень четко. Через раз да. Нахуй кого-то, блядь, кто там загулял чуть-чуть подальше, он его через раз убивает. Это очень опасно, нахуй. Ну, сейчас от танков хилов очень дохуя зависит. Ну, да, от всех вас все зависит, блядь. Бля, как приятно играть с Дисом, а не без Диса, пиздец. Пошли в комнату. Стоим. Ну, лич, конечно, с интернетом разобрал сервис. Да, если сегодня оплатил наконец-то, я доволен. А то есть ты теперь с кабельного, да, брал? Ну, к сожалению, с роутера, но хотя бы с нормально. Да. Тем более, я сейчас тут на лоджии сижу, у меня свежий воздух стоит. И весь урон увеличивается. Ну и плюс ты, по-моему, почти 3 минуты или 2 минуты в бою висишь под апнутым дамагом на 4%. Ну да, да. Помимо пассивных 2%, 2% крита на пассивную. Нет, там пассивно... Мне дается 3% СПД. Это же не... СПД попизже, мне кажется, будет. Погодите, это же не чистый крит, у нее уже этого редара... От... Крит-урон. Крит-урон, ну да. То есть, наверное, критануть, тогда будет бонус 4%. Ну, не, не 4, крит урон, там 2% идет. Есть террориста. Ты прожимаешь, вот прожал, вон, видишь, и у меня его все на 4. Да, и прожимка там не на крит урон, а на наносимый дамаг. Ты там моего ДКшника кикни. Что он это? Типа, что это прожимка, или она, ну сколько КД, а сколько висит? 20 секунд. Короче, 9 осколков по 20 секунд. 10. Но они же осколки набирают, когда ты кого-то убиваешь. Но... Нет, осколок, не бою, они просто больше всего пассивно. Фигня. Или уже не бой, они сами копятся. Да. Ебать, я думаю, у вас настолько много дамага, что у вас синдра дропается очень быстро. Это ебучий гений. Угу. Синдра летает, нихуя себе. Ну, так-то да. Ненавижу тебя, драконов, нельзя почему, короче, кидать, блядь, не Новара, Варансея, это, блядь, кровотечение вешать, блядь. Прикинь, как мне херало, когда у меня есть дома кровотечение, сука. Я тоже у тебя драконов ненавижу. Типа я стою, она пытками бью вообще, типа, блядь. Понимаю, ой, как понимаю. Какая боль вообще. Ненавижу, блядь, цыган. За что их так? Почему ты это? Ну нахуя да, мне да. Дом на колесах, если у него, блядь, нет колес. Понял. Что, блядь, не смотрели художественный фильм, спиздили. А при чем здесь это вообще, блядь? Как при чем, блядь, охуенный фильм? Понял. Хочу какой-то старый фильм посмотреть. Типа нянек, что-нибудь такое. О, няньки, ебать, кора, нахуй.
Я вот, блядь, понимаешь, это фильм на все времена, блядь. Ты помнишь, как он этого типа, который этот, дворецкий там, или кто вот этот тип противный такой, как они постоянно... Они постоянно дверь открывают, тут отлетают сервизом каким-то, нахуй, все разбитый, блядь, такой нахуй. А когда в конце-то этих пацанов-то спиздили, они его пытали, нахуй, под этот сканер ему ебало прищемляют в сканере, нахуй. Тот говорит, картинки выходят, этот такой смотрит, такой серьезный ебало. Тут приживает его, говорит, это где, говорит, они, не знаю, говорит, пиздит, говорит, нахуй, сука. Парни, а как понять, где правая рука? Правая рука, ну где мышка у тебя, блядь? Нет, я не понял, блядь, Роги, где правая рука? Роги это слева. Ну так же, как у головы. Слева правая рука у тебя. Где шем? Где моя левая или где его левая? Где его левая? Скажи, лучше бы вопрос не задавал, блядь, вообще. Дин, ну по факту очень важный вопрос, ну понимаешь, мне надо куда-то смазать смертельный яд. Где шем? Куда его мазать, блядь? Где шем, Уваров? Там правая рука. Шем, Уваров? Ну да, зайди на Варна, сделай шем. Да у любых, у Армсов, у Фури, у Прота. Ты играл это вообще? Другими персонажами? Я? Зачем? Кроме Роги. А, блядь, я на Роги вообще играть не умею, ты чё? Ну вот, где, например, с шаманом играешь? Минус бомж. С шаманом не играл. Где щит, там левая. О, тотемы убрать надо. Щит там левая? То есть справа левая, слева правая. Зато я гим закастовал всех за сейв. Запомни, щит это левое. Ну, получается, справа это левое, слева это правое. Же. У меня написано два одноручных написано. Ты убери, сними эти оружия, там на них на слотах написано. Давай еще проще, давай еще проще. Видишь, кнопка репутация. То есть смертельный яд я вешаю на левую сторону. Нет, сними оружие с. Там подписано же, блядь, у тебя в твоих окошечках там написано, блядь, какая у тебя рука правая, какая левая. А теперь вопрос к истории. Куда я смертельный яд мазать? Смертельный в левую руку. А, ну значит, все правильно. Где дамыч тогда? Ну, не знаю. А, это бонсай, блядь, пришел нам тут руинит, нахуй. Да. Понял, блядь, учится на роге играть. Жрите рыбу. Ну, тактику, я думаю, вы все понимаете, да? Да, все вот знаю. Вы меня не позвали в 10 хм, я вот сижу, вначале. Руини вам. 4 больше не надо. Типа нахуй не прикасится. Ну, 5 потолок. Так что это Сёрч Синдра ее на изи убить? Да, что, сопротульку, да, тут? Конечно. Сейчас я ее шотну. Да, тем более, времени нету.